Сражение за госрасходы началось. Политики вчитались в проект госбюджета на следующий год, и на Минфин обрушилась критика. Например, власти столицы пожаловались, что Киев не получит из казны более 2 миллиардов гривен. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат и неформальный политический представитель киевских властей Дмитрий Белоцерковец. По его подсчетам, могут пострадать и дорожное строительство, и образование, и медицина в городе. А вот в Днепре недосчитались 1 миллиарда 200 миллионов. Миллионов гривен. Мэр города Борис Филатов даже пригрозил лишить любой поддержки депутатов-мажоритарщиков от Днепра, если те поддержат такой законопроект бюджета. И наверняка за жалобами из Киева и Днепра могут последовать заявления и других местных властей.